способы для разгрузки поясницы. Вот этой части, да, там, где L5S1 крепится с крестцом, соответственно, да. Когда у человека грыжа, там обычно организм все это спазмирует, укрепляет, как дополнительный корсет делает. Ему кажется, что он бережет это место, да, чтобы оно лишний раз там не тревожилось. А на самом деле он еще и больше сжимает. И грыжа может еще больше потом увеличиться. Поэтому мы сейчас будем растягивать поясничную зону вот таким вот образом. Берем полотенце, либо просто скручиваем ее вот так вот, да. Одеваем на ноги. Продеваем вот так вот. Снизу вверх нам надо продеть, чтобы вот эта часть была сверху. И, соответственно, вот за щиколотки она плотно держится, да. Здесь упираемся в стол. И поднимаем ноги как можно выше. Держим и тянем. Так, покачиваясь, покачиваясь. Тянем, тянем, тянем. Медленно, медленно. Человеку можно предложить держаться за стол сверху. Руками вот так вот держи сверху за стол. Чтобы еще больше вытянуть и натяжку, да? Можно и ногой упереться. Чтобы посильнее тянуть. Можно попросить еще одного человека взять его за руки и тянуть в ту сторону, а мы тянем с этой стороны. Так, такой прием. Далее, следующий прием. Это как растяжка идет, смотрите, да? Тут мы не дергаем, хотя можно еще, в принципе. В общем, цель этого приема – растяжка. Растяжка, да. Можно, в принципе, подернуть и вот такую вот волну пустить. Чувствуется там в пояснице? Может, не щелкнуть, но так она дернула, а второй раз хорошо. Да, тут может не щелкнуть. Теперь переворачивайся на живот. Животом вниз. Передней частью вверх. Вот мы теперь еще используем инструмент, ремень. Вместо казачьей порки будем пороть ремнем. Не бойся, не бойся, все будет спокойно. Руки свешиваем в стороны, чтобы они нам не мешали. Продеваем ремень под вот эти вот подвздошные кости. Все, опускайся. То есть именно вот здесь, вот за эти косточки, вот так, не живота. Как раз они напротив L5S1 вот этого места, да? Это чуть ниже пупка, да? Ну, сильно ниже пупка, это талия. А, прямо вот да, здесь. Да, вот здесь вот, да. Лучше не одевать пряжку, иначе можете сорвать ее. Здесь вот единственное, что требуется сила рук, да, потому что надо будет поднять его. Значит, подняли, раскачали. Потрясли вот так вот, сложно покачали, да? Потом поднимаем и оттягиваем чуть назад, вот так вот назад получается, а это рукой продавливаем эти мышцы. Но это же все можно делать так же и вот этой же простынью, да, вместо ремня? Ну да, в принципе, можно просто не дать. Ну, как бы, если что-то... Ну, ремнем удобнее держать. Чтобы не надавливать, а то бывают животы у людей большие, допустим. Да-да-да, можно просто по площади сделать, да, может, кому-то ремень там сильно давит. У всех по-разному. Поднимаем и прямо вот туда вот его оттягиваем. Так, следующий прием. Человеку надо встать в позу. Собаки так называется, или стола. На колени, да, стоп, на месте. Тут прямой угол, бедра соблюдают. Давай еще назад чуть-чуть, иди назад. Еще назад. Так, все. Прямой угол соблюдается, да. Руки тоже прямой угол. Лучше развернуть их немножко вот так внутрь. Вот так, чтобы он не это, чтобы локти не сгибались. И сначала продышим вот этим местом. То есть на вдохе поднимаем поясницу вверх. Не, выкручиваю поясницу, как кошка вверх-вверх. Поясницу вверх-вверх. Вот так вот. Мы ему помогаем. На выдохе опустили вниз. Поддавливаем немножко вверх. Вдохнули. Выдох. И представь, что как будто к пупку грузик тянется ниже. Вот такое статическое.
напряжение. Ниже. Выдох. Еще раз. Выдох. Поделали так. Раз. Семь где-то. Десять. И теперь предлагаем опуститься на локти сначала. Тут придерживаем таз, чтобы он был на месте, да, прямой угол соблюдаем. Далее вытягивай все руки вперед и ложись на грудную клетку. То есть как руки вперед? Ну просто ложись на стол, таз на месте, на стол опустись, да не вперед, опустись грудной клеткой на стол, вот. Угу. Кошка пролазит, прямой угол уже исчез немножко вот так. Вот, подровняли, ну, тянемся вперед. Тяжело тебе лежать? Нет. Тогда ложись, ложись. Да не сиди никуда. Надо достать это. Нет, не тяжело. Аня, достаешь? Ну давай тогда вот так. Вот, вот так. Да. Вот. А мы в этот момент жестко держим крестец, а эти мышцы расшатываем и растягиваем вниз. С этой стороны, с этой стороны. Так, протянули, протянули. Все, вставай обратно на 4 точки. И теперь либо на полу, либо на столе делается. Ну давай тогда слезь пока. Вот сюда, со стола. Вот с этой стороны, вот на эти косточки. Вот так вот расслабляем ноги. Медленно опускаемся на вот эти кости. Вот. На те, где у тебя ремень был, да? Вот так вот тянемся, тянемся и мягко ложись на стол. Вот так вот ложишься, все делается медленно. И ножки висят, они не согнуты специально, не прямые, а вот они ослаблены, висят. Видите? А, и встаем. И встаем также очень медленно за счет силы рук. Поясницу не трогаем, подтянулись, встали. Пододвинули ноги, там это очень больно человеку, поэтому все делается очень медленно. Пододвинули ноги, за счет силы рук себя распрямили, и только вот потом встаем и выпрямляемся полностью. То есть вот так вот разгибаться, разгибаться нельзя в этом случае. Вот я. Да, уперся низом живота, вот этим косточком. И как вот себя... И себя руками сам растягивай, вытягивайся руками. Да, да? Да, да, вот так. Все, лег? Все, ложись. Мы в этот момент также вот эти вот места, крестец. Ложись, ложись. Все, ложись, расслабился. Расслабился, лежит. Таз висит с той стороны, получается. Немножко высоко все-таки. Вот так. Чуть назад. Ага. И мы в ту сторону оттягиваем таз, ему вот вниз туда тянем. Нет, ты стоишь на ногах, расслабь ноги, расслабь ноги. Ноги расслаблены, вот туда висит, вот висит, видишь, вот. Вот он растягиваем, растянутый, да. Берем, можно по диагонали, да, вот так вот туда вот его таз оттянуть. Можно прям целиком туда оттягиваем. Вот эти места, где вот эти мышцы убрали, да, дополнительно растерли, простучали. Там так мощно. И оттягиваем вниз. Тянем, тянем, тянем. Кровозащемление, да, там происходит? Да, кровозащемление в поясничной области. Все, теперь вставай, как я показывал, медленно. За счет силы рук сначала сюда. Вот это место, в общем, можно прям бить, не бояться. Да, да, прям бить. И если заметить, удар у меня идет вот туда. Угу. Касательно туда вниз. То есть, когда нам еще надо от него, получается, немножко... Да, затянуть. Да, да, еще оттянуть назад. Руки. Да, ноги пододвигай вперед. Ну, команда сейчас, чтобы он так встал. Распрямляйся за счет силы рук. Ноги согнуты, согнуты ноги. Вот, распрямляйся за счет силы рук. Еще, еще, еще. И теперь поднимайся, вставай. Вставай ровненько. Вот, и следующий прием можно сделать на столе, а можно... На полу лучше, на полу жестче, на пол. Двинь туда пока. Вот так вот вставай на четвереньки. Нет, в ту сторону.
угол опять, руки разверну вот так. Да, только прямые, прямые, прямые локти, прямые, прямые локти должны быть. Ноги тоже прямой угол чуть назад. Вот, и мы прямо вот в это место прицеливаемся и сильный толчок делаем туда вперед, вот туда, прямо в позвоночник. Вот так вот, да, и под углом вот туда, под 45 градусов вперед, стоп. Это, в общем, делается уж, ну, уже все мы сделали, у нас ну, никак не получается, и вот это мы уже делаем. Ну да, когда не получается, самое да. Самое такое уже, да? Да, когда вот эти позвонки поясничные. А так этого можно, в принципе, и не делать, да, если вот уже ну, все поправить. Ну, это, так скажем, да, в сложном самое случае. Самое последнее уже как бы ставить. Это в сложном случае, когда вот эти позвонки вышли туда-назад. Мы их нащупываем, да, и там они ставят туда. Ну и мышцы, соответственно, все это скрепляют. И грыжи, да, соответственно, тоже вправляются. Ну, естественно, не та, которая секвестрирована, да, а та, где протрузия 4-5 там, миллиметров, 6, может, миллиметров. Все, встаем также аккуратно, на ноги сначала садимся. Вот, и поднимаемся за счет силы ног. Да, вот это распрямляемся. Все, дорогие друзья, мы переходим к практике, а если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете, приходите, мы отрабатываем все на живой натуре, я вам поставлю руки. Я популяризатор массажной технологии и других всех техник по работе с телом человека. Олег Алавгудвин, подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить лайки.